шли вперед, нам не нужен был повод. Привет всем! Мы ехали на концерт группы «Герои». И сегодня мы покажем, что нас сегодня ждет и что здесь происходит. Пойдем с нами! Улись они, наши дни непростые. Мы вдвоем против всех на съемной квартире. Мы, конечно, попали в западню иллюзий свои. Иллюзий свои. Но где же beautiful life, beautiful life? Бесконечное небо, нереальные дали. Это beautiful life, beautiful life, которую нам обещали. И повсюду дома из бетона, коробки. Ни любви, ни тебя, только чертовы пробки. Под колесами мира я лежу к небу лицом. Я не просто никак, я почти умираю. Это beautiful life, не сейчас и не с нами. И за этой чертой мы обратно все не вернем. Но где же beautiful life? Beautiful life, бесконечное небо, нереальные дали. Это beautiful life, beautiful life, которую нам обещали. Привет, ребята. Привет. Хотел бы поинтересоваться, у вас начался Новый год, да? И как все люди, они строят планы на Новый год. А какие ваши планы на этот год? Я думаю, очень простые наши планы на этот год. План заключается в том, что мы будем работать над своим альбомом, мы будем снимать клип, мы будем писать музыку, новые песни, будем танцевать, у нас будет тур по многим городам. Сейчас у нас, мы знаем, что будет концерт в Челябинске 7 февраля, в Тюмени 15-го. И дело будет идти в гору. Это да, точно. Точно. У нас отдых связан, ну, точнее, у нас планы на год разделились на два лагеря. Это работа и отдых. Поэтому мы в этом году будем также работать и отдыхать. Больше ничего не надо. А где люди могут вас найти? То есть, куда, ну, в обычной жизни? То есть, могут вас увидеть да, ну, в торговом вот, центре? То есть, я не знаю. Как обычные люди живут? Ходите, бываете где-то? Я не знаю. Мы не ходим в одни и те же места. Просто бывает такое, идем по городу, смотрим кафе, заходим туда посидеть. Вот и все. В бар какой-нибудь, в кино, в пиццерии. Ничего такого нет определенных мест, куда мы точно ходим, там, допустим, каждую субботу или каждую пятницу. Такого нет. Когда нам ждать от вас премьеры вашего нового клипа? Ух ты. Я думаю, что совсем скоро, в ближайшие месяцы, 2-3. Дело в том, что мы подошли к этому вопросу, но пока что не вплотную, мы все еще планируем, еще не все до конца определено, то есть мы определили, на какую песню мы хотим снять клип, а как... То есть планы то есть, есть, а как именно мы это будем делать, пока что мнение расходится, мы спорим, да, мы до конца обдумали. Поэтому я думаю, но тем не менее, мы все делаем всегда быстро, поэтому вам придется ждать год, полгода, и все это радует. Это очень радует. С чего ждать от ваших концертов, которые вы планируете? Мы планируем сейчас делать разные концерты. Вот последние концерты, которые у нас были, они не похожи друг на друга. Абсолютно. Вот, мы пытаемся найти себя на сцене. Это очень важно. Поэтому мы экспериментируем сейчас, чтобы найти себя. Поэтому ждите от наших концертов новые, необычные музыки, качественные музыки. Хорошего качественного исполнения, хороших песен. И хорошего настроения. Да, обязательно, конечно. А с вами были пресс-блогер специально для нашего нового канала. Смотрите, скоро будет много новых новостей. Всего хорошего. Удачи. С вами была группа Герои. Пока. Пока-пока.